Жителей и гостей столицы ждет шоу роботов, на котором представят последние достижения робототехники из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии. Главный экспонат – робот-гуманоид Теспиан, который умеет не только разговаривать, но и читать Шекспира. Оценить танец роботов или послушать музыкальное трио, которое исполнит практически любую песню, возможно, на уникальном шоу в сфере Нур-Але. Здесь можно увидеть последние достижения робототехники из разных стран. Здесь у нас представлена зона виртуальной реальности. Она состоит из трех модулей. Первый модуль – это тур по городам Астана и Алмата. Второй тур – это Game Room. И третье приложение – это энергия будущего. Используя это приложение, вы можете погрузиться в солнечную панель или же в ядерный реактор. Мероприятие будет интересно людям всех возрастов, говорят организаторы. Когда человек делает ход, он нажимает на эту зеленую кнопку, после этого этот робот фиксирует данный ход. И так в одно время играет с тремя людьми. В будущем этот робот будет играть уже не с тремя людьми, а с четырьмя в одно время. Да, это прекрасные объятия. Получить приятный комплимент от робота-медведя или оценить умную технику из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии можно до 26 сентября. Лаура Байбачанова, Мина Манаева, Айбын Кусанбеков. Итоги дня.